Всем добрый день! Вот сегодня я записываю ролик в таком необычном месте. И первое видео это, наверное, для тех, кто решил заняться своим телом и не знаете, с чего начать. Первое, что я могу вам порекомендовать, это можно начать с элементарного простого упражнения, которое тренирует волю, тренирует дух даже. Потому что если это упражнение выполнять ежедневно по 2-3 минутки, то у вас первое укрепятся руки, потому что мы будем работать с плечевым поясом. Опять же, если есть задачи с плечевыми суставами, вы их восстановите и укрепите. Плюс вы подтянете мышцы рук, подтянете грудной отдел, укрепите мышцы плечевого пояса и заодно, если одновременно во время упражнения подтягивать живот, вы получите результат по укреплению мышц живота. То есть вы получите результат по похудению, то есть по коррекции фигуры. И я сейчас предлагаю вам это упражнение сделать. Упражнение делается легко. Это вращение руками. Руки в стороны, мягкие кулачки. И на счет 15 нужно будет вращать вперед и на 15 вращать назад. И вот такое упражнение делается в течение 2-3 минут. Можно ставить музыку и все это делать под музыку. Ну и предлагаю с вами сделать вместе со мной сейчас это упражнение. Макушкой потянулись вверх, живот подтянули, стоим устойчиво, руки в стороны и вращение вперед начинаем. 15 раз вперед, 15 раз назад. И делаем вместе со мной. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. И большие круги. И вперед. Бросили руки, прислушайтесь, что в руках происходит. Посмотрите, если руки покраснели, то делаем вдох и трясем руками. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, и еще вдох, выдох. И посмотрите на руки, побелели. Ну, если у вас было покраснение, то вы сейчас увидите эффект светлой кожи. Для тех, кого интересует похудение, поработать со своим телом, получить быстрый результат и с чего начинать, опять же, заниматься для того, чтобы проработать свое тело, я вас приглашаю на бесплатный вебинар, который пройдет в ближайшее время. Смотрим время и дату ниже видео. И там вы уже получите результат по своему телу, поэтому жду вас на вебинаре. До встречи. С вами был Юрий. Всем пока-пока.